Утро этих людей началось не с кофе, а со сладкого чая и шоколада. Сегодня в Брестской городской поликлинике номер 1 проходит акция по безвозмездному донорству. К благородному делу подключились люди в белых халатах. Они, как никто другой, осознают всю значимость и важность проводимой инициативы. Медицинские работники все не могут быть безразличны к этой акции, потому что медицинские работники, как никто, знают важность вот именно наличия, скажем так, крови, когда случаются экстремальные ситуации. И мы знаем цену жизни, потому что мы все время стоим на страже здоровья. А здесь уже речь идет не только о здоровье, но и вообще о жизни в целом. В числе тех, кто на безвозмездной основе пожелал сдать кровь, 40 человек, и все без исключения не уверены, нет в мире ничего дороже и ценнее здоровья. Из крови, которую сдают люди, ее переливают не только людям, из нее готовят и препараты крови. И сегодня это очень важно, потому что кровь я сдаю давно и вообще посмотрела, что это очень такое затратное мероприятие. И, конечно же, наша страна должна переходить на вот это безвозмездное донорство, потому что это очень важно, чтобы наше государство не тратило дополнительные деньги. Люди должны помогать друг другу для того, чтобы оставаться здоровыми. Среди первых доноров – врач Брестской городской детской поликлиники номер 1 Светлана Забельская. Женщина убеждена, не все в жизни решается деньгами. Вопрос, принимать ли участие в акции, для медика не стоял никогда. Со студенческой скамьи Светлана активно принимала участие в различных инициативах по безвозмездной кровосдаче, считая это уважаемой и почетной миссией не только для медработника, но и любого человека. Для меня принять участие в этой акции не составляло никакого вопроса. Я являюсь донором уже не первый год. Со студенческой скамьи мы принимали активное участие в таких же акциях безвозмездных. Но я считаю, что не только врачи, во-первых, всегда были в первых рядах доноров. Я считаю, что не только врачи, но и любой человек, который позволяет здоровье, которому должен принимать участие в таких акциях. Потому что в наше время очень много пациентов, которые имеют патологию, требующую вот переливания компонентов крови. Ну, если вот такой даже маленький вклад наш, если вот какой-то кому-то спасет жизнь или хотя бы продлит ее, это уже большой плюс для нас. Акция «Безвозмездное донорство начинается с меня» сплотила немало неравнодушных брестчан, в частности, работников системы здравоохранения. Их главная мотивация не денежные вознаграждения, а возможность спасти чью-то жизнь. Безвозмездная донация, она более, скажем так, качественная, потому что человек не исходя из материальных соображений приходит сдавать кровь, а из гуманных побуждений для того, чтобы помочь ближнему. Виктория Сащенко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БукТВ».